Всем владельцам стелс-гепардов данное видео посвящается. Сегодня поговорим про штатные выносы на стелс-гепардах в версиях Trophy Pro. Это вот такие конструкции. Раньше они были алюминиевые, чуть толще, сейчас идут из стали, чуть тоньше. Но смысл у них, соответственно, вот такой. Это на штатном багажнике стоит радиатор, который, соответственно, вот с помощью такой конструкции здесь размещен. На этом квадроцикле установлен бампер Trophy Pro, но опять же на штатный вынос он никаким образом не влияет, только усиливает эту часть. И компания Bizon совместно с нами разработала для вас новый радиатор, новую, точнее, конструкцию для крепления самого штатного радиатора на штатных местах. Здесь он не до конца прикреплен, потому что идут примерочные работы, скажем так. Но на данный момент сама конструкция будет выглядеть вот таким образом. Здесь идет 3D-сетка с увеличенным обдувом, то есть площадь полезного обдува гораздо больше становится. Стоят вот такие болты нержавеющие, соответственно, сделан фирменный лейбл. И уже совсем скоро вы сможете, демонтировав свою штатную конструкцию от выноса, скорлупу так называемую, заменить вот на такую. Так что спрашивайте, скоро-скоро появится. Также, кстати говоря, вот эта конструкция будет полностью подходить на квадроцикл Stealth Leopard. И без проблем, сейчас покажу, то есть в целом это та же самая конструкция от Stealth Leopard, она будет без проблем ставиться на эти квадроциклы, так что совсем скоро. Вот такая красота получается. Напомню, вот это штатная версия с обычной сеткой, а вот эта версия будет Bizon с 3D-сеткой. Такая красота.